Эйвор, я рада тебя видеть. О, кажется, будто прошли годы. Здравствуй, Валка. Тебе здесь всегда рады. Как ты? Все хорошо. Я в этом мире. А твоя мать? Она, наконец, обрела покой. Мы можем лишь мечтать о подобном. Верно. Ну же, волнующе. Ветер и волны благоволили нам всю дорогу. Мы летели, как птицы. А как ты? Несмотря на... Может, это надежда? Наше поселение растет, люди... А видения? Порой приходят. Но не стоит об этом. Позволь мне помочь с вещами. Сюда. Мы нашли для тебя место у подножья холма. Каждый час нашего пути я пыталась призвать видение этого края. И получилось? Я узрела деревья, воды и холмы. Но не ожидала, что здесь так зелено. Чудесный успокаивающий цвет. Бальзам после долгих дней в море. Валка! О, боги, что тебя привело? Надеюсь, поселение не проклято? Нет, разве что в кузнецах тут у вас какой-то уволень. Не часто удается ощутить себя дома, только что переплыв в море. Это сильное место. Живое. Ты предвидишь для нас величие? Предвиденье ни при чем. Это голос сердца. Неужто, Валка? Что ты добиралась так долго? Я лишь хотела убедиться, что здесь все в порядке. Поговорим, как обустроюсь, Рандви. У меня уже... Мои тяжелые запасы. Свинец, вот и правильно. Кость кита, золото. Пусть он, наконец, потрудится. Ты многих привел сюда, чтобы начать новую жизнь на чужих берегах. Скажи, ты доволен? Пожалуй. Я рад тому, что смог построить, и тем, кого защищаю. Ты говоришь о себе прежде прочих, возможно, открывая больше, чем хотелось. Сальве, Эйвер, от Мелиора. Здравствуй. А кто это такой? Октавиан. Странный человек. Вы подружитесь. Смотри. Твой новый дом совсем близко. Расскажи о своих видениях. Они почти те же. Изменилось лишь то, как ясно я вижу. Видения все больше напоминают воспоминания, а не просто сны. Всеотец все так же является тебе? Да, временами. И говорит со мной, но... Это даже звучит безумно. Понимаю. Спасибо тебе. Поставь все там. Мы на месте. Тут славно, как ты и обещал. Дай мне только устроиться, и мы вновь начнем говорить о твоих видениях. Валка. Тебя коснулись боги. Я знаю, как прояснить твои видения. С помощью одного зелья. Если хочешь, я сам позабочусь о твоем доме. Превосходно. Спасибо. Не за что.
отличный день, Эйвор. Пусть ветер щекочет мою кожу. Я открыл вам глаза! Это мои слова привели вас к наготе! Эй, вы! Ученики-адвокаты! Любители прикрывать свои чресла! Знакомое имя! Винчел безрясный! Пусть ветер щекочет мою кожу. Я открыл вам глаза! Это мои слова привели вас к наготе! Эй, вы, узники одежды! Почему ты голый? Полный отказ от ношения одежды приносит мне радость. А теперь меня изгнали из братства нагих праведников. Нагих? Вам что, нравится ходить без одежды? Именно. Мы любим обнажаться, подобно грекам и римлянам. Но я, по мнению многих, слишком... Я без одежды молюсь, ем, тружусь, хожу по улицам и таверн, но братство, основанное мной, меня отвергло. О, если бы я мог отомстить, украв их одежды и оставив нагими навсегда. В ряды. Мы кладем сюда нашу одежду. Можешь положить свою. А ложи. Эй, хватит! А ну верни! Здравствуй, Дан. Приветствуем на...
Я встретил основателя этого братства. Что с ним такое? А, Винчел. Да. Он чересчур этим увлекся. Мне и в воде. Что ж, тогда